Всем привет! В этом коротком видео я покажу вам один из самых простых способов создания многослойного материала для Landscape. Давайте создадим с вами Landscape. Я оставлю все по умолчанию. Нажимаем Create. Далее вам необходимо нажать Add и перейти в раздел Quixel Content. Здесь переходим в раздел Surface, материалы, и выбираем материалы, которые вы хотите использовать для Landscape. Теперь давайте создадим материал. Правой кнопкой мыши на Content Browser, Material, подпишем его. В моем случае это Landscape Master. Создаем Material Instance, открываем материал. Правой кнопкой мыши на Roughness создаем параметр со значением 1. Давайте теперь перейдем в ту папку, где у нас были загружены материалы из Quixel Bridge, и перетащим. Перетаскивать мы будем Base Color и карту нормалей. Давайте сразу расставим. Base Color у нас будет сверху, карта нормалей снизу. Далее в пустом поле давайте создадим ноду текстуры координат. И подключим ее ко всем UV-каналам текстур. Далее в пустом поле нам нужно создать ноду Landscape Layer Blend. Создаем 4 слоя. То же самое делаем и с картами нормалей. И подключаем RGB-каналы к каждому из слоев. Теперь давайте зададим им имена. Имена мы задаем идентичные именам Quixel Bridge, выделяем Landscape, перетаскиваем Material Instance, Landscape Material. Ждем, пока просчитает. Теперь переходим в раздел Landscape, в Paint. Здесь нам необходимо создать файлы для записи всех изменений, которые мы будем производить кистью на Landscape. Как только создали, выделяем текстуру и нажимаем на Landscape. Ожидаем просчета.
Давайте немножко отмасштабируем текстуры, уменьшим значение в ноде текстуры координат на 0,5. Текстуры стали больше. В принципе, все. Следующие выпуски касательно многослойных материалов, автоматериалов будут совсем уже скоро. Следите за каналом, подписывайтесь на него, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока!